Привет, ребят! Добро пожаловать, во-первых, на мой канал. Во-вторых, я хочу сказать огромную благодарность всем, кто подписан на мой канал. И, ребят, я хочу сказать огромную благодарность всем, кто был со мной эти полгода. С октября, с ноября месяца я начал снимать. Практически уже год скоро, как год, 9 месяцев, да? 9 месяцев я на Ютубе. И 9 месяцев, ребят, за 9 месяцев нас 30 тысяч. Ребят, уже больше, практически 31 тысяча. Но я ждал, я очень долго ждал косметику, которую я буду разыгрывать между вами, как благодарность за то, что вы подписываетесь и смотрите меня. И главное, знаете, даже не то, что подписываетесь и смотрите меня, а главное то, что вы всегда, всегда такая волна поддержки идет, что просто словами не передать. Ребят, огромное спасибо вам за это. И сейчас я вам хочу показать, вот мне пришла целая гора косметики из Калифорнии, и я сейчас все покажу, все расскажу и расскажу условия конкурса. Ребят, будет 5 победителей. 5 победителей. Давайте я вам покажу, что я заказал. Во-первых, не мог я пройти мимо Джеффри Стар, косметики от Джеффри Стар. Купил я 4 палетки, 2 Beauty Killer и 2 андрогены, да. И я решил, как я буду будет 5 победителей. Каждому победителю я поставил лимит вот для себя по 80 евро на посылку, 80 евро на приз. И значит, 80 в эти 80 евро я должен был втиснуть подарок. Поэтому, ребят, сейчас покажу. Значит, пришло мне 4 палетки, 2 Androgyny и 2 от Beauty Killer, его первые палетки. Ребят, совершенно новые палетки я не хочу открывать. Я сейчас покажу свои старые, которыми я пользуюсь, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Это Beauty Killer палетка, то есть 2 вот таких у меня. С вот такими вот тонами, просто шикарные, шикарная палетка. И вы знаете, да, может быть, какие-то цвета кричащие, какие-то необычные, но вы знаете, с этой палеткой можно сделать такое огромное количество повседневных и каких угодно макияжей. И я вам скажу, ребят, что у Джеффри Стар пигментация — это просто не от мира сего. Это для меня это стандарт теней, какие тени должны быть. Вот я еще не пробовал Наташа Данона, но вот Джеффри Стар — это просто идеальная пигментация. Значит, 2 палетки буду разыгрывать Beauty Killer и 2 палетки, ох, вот такие Androgyny. И я не буду открывать новую, чтобы не лазить туда пальцами. Но, ох, ребят, вот это моя одна из самых любимых палеток от Джеффри Стар. Вот это мой самый любимый тон, который, вы видите, хватает просто, я не знаю, секундочки, да, секундочки, прикосновения, чтобы получить вот такой пигмент. Это фетиш, это мой один из самых любимых вообще, как называется, теней на планете. И вот эта палетка тоже, 2 палетки, значит, будет Androgyny и 2 палетки от Venus Lime Crime. Я знаю, как Lime Crime. Я сейчас в конце объясню, как я разделю все призы. Я знаю, как Lime Crime, насколько он популярен в России. Я знаю, насколько Lime Crime, он не бюджетная палетка в России, небюджетная косметика Lime Crime. Я знаю, как многие просто обожают эту косметику, но не могут себе ее позволить. И я вот решил сделать в розыгрыш, тоже вложу 2 палетки от меня. Ребят, вот эту я хочу открыть, потому что я ни разу не видел эти палетки вживую. Первый раз, при этом никакие свотчи делать не буду, потому что эти палетки идут к вам. Но я хоть для себя посмотрю.
Как они выглядят. Вау. Вот это кайф. Вы только посмотрите на это. Это Venus 2. Вот эта палетка Venus 2. Я не сводчу ничего, ребят. Это все идет на подарок. Обратно кладу аккуратненько в пластиковый конверт, чем он пришел. И Venus 1. Venus их первая палетка. Я не трогаю, не сводчу ничего. И мне просто самому очень... Вот эту палетку для себя точно куплю. Посмотрите тон Muse. Ах, как же я обожаю такие. Как мне лично идут. Вот всем светлоглазым, как идут красные вот такие... кирпичный. Я знаю, некоторые ненавидят звук, когда фокусируется камера. Мне так, такой вкусный звук, мне так нравится, а камера фокусируется. И вот такая палетка Venus 1. Окей. Это вот, я сейчас пока делаю обзор подарков, которые будут в этот, в этом розыгрыше. И в конце я объясню, какие условия. Lime Crime сейчас выпустила лимитированные издания по 3 помады в каждой. Я купил полностью коллекцию, купил по коллекцию и себе, и вам. И вот такие вот называются Velveteens, голубая. Вот, красная. Это у них все лимитированные их тона, их цвета для новой для помад. Вот шампанское золото. Вот сиреневые. Ну и куда без нежно-розовых. Вот, ребят, значит, у меня такой вот получился набор из... 5 лимитированных изданий Lime Crime-овских помад. В каждой упаковке 3 помады. Я показал вам все цвета. Вот все 5 цветов. Мой собственный набор уже в пути, потому что я не мог пропустить такой набор. Вот, значит, 5 помад. Всего 15 помад. Значит, по 3 помады в каждом лимитированном вот жестяном таком ящичке. Шкатулочки такой, какой-нибудь красавец останется. И, ребят, 5 палеток. Как я считаю 5 палеток? Значит, каждому человеку, одному из зрителей будет 5 победителей. Будет 5 победителей. И как я сделаю? Выбирать я буду рандомно. Рандомно я буду выбирать. И значит, например, один победитель получит Androgyny и розовую. Второй человек получит Androgyny и голубой набор. Третий победитель получит Beauty Killer и шампанского, цвета шампанского, золотой набор помад. Четвертый победитель получит Beauty Killer и мой любимый красный набор помад. И так как, ребят, в палетке Jeffree Star 10 цветов, 10 тонов,
10 различных тонов, а в этой только... Сколько в этой? 8, наверное, получается, да? 1, 2, 3, 4, да, а в этой 8. А в Venus получается 8. Поэтому, ребят, я решил так, что... И мне так хотелось самому посмотреть, что за палетки Venus, да? И пятый победитель получит 2 палетки Venus и набор помады сиреневой. То есть получается так. Каждый человек, один из 5 победителей, получит набор помад и шикарную палетку. Я не знаю, я не могу говорить ничего про Lime Crime, но я знаю все, вот объективно, я не слышал ни одного плохого отзыва о палетке Venus 1 или Venus 2, и они настолько красивые, я себе обязательно закажу. Просто даже в коллекцию себе они просто шикарно выглядят. И вот, я не знаю качество теней, но все просто хвалят очень сильно. А Jeffree Star, это мои любимые палетки в Prin. Слишком много розовых бумажек, розовых тряпочек. Мои любимые палетки в принципе. Поэтому, ребят, каждый из 5 победителей рандомно выберет машина, получит палетку шикарных теней и набор из 3 помад от Lime Crime. В прошлый раз девочка, которая выиграла камеру, 2 дня спустя она мне, значит, не 2 дня, но на следующий день она мне написала: спасибо за выигрыш, дала мне свой почтовый адрес и сказала: не стоило вам на камеру говорить, где живу я. Я не совсем понял. Ситуация такая, что ей не понравилось, что да, она благодарила меня за выигрыш, но ей не понравилось, что я не сказал место ее жительства. Окей. Но, как говорится, у каждого свои принципы, у каждого свои, вот как называются, рамки, да, которые кто-то хочет их раскрывать, кто-то не хочет. Ну, вот такой был момент интересный. В любом случае, камера выслана, я видел по номеру, что она ее получила, но я, знаете, я делаю розыгрыш не для того, чтобы сказать спасибо. Я розыгрышем говорю, конкурсом говорю спасибо огромное вам. Вот вам, потому что без вас у меня бы не было такого вдохновения, у меня бы не было такого, вы знаете, настроения, не было бы такого, мне столько YouTube дает обратно, вы себе представить не можете. Поэтому, ребят, очень простые условия конкурса. Конкурс идет ровно неделю, заканчивается он в следующую субботу. Все, что нужно... Это быть подписан на мой канал на YouTube и быть подписан на мой Instagram-аккаунт. Все. Это 2 условия. Если вы уже подписаны и на Instagram, и на канал на YouTube, значит, вы уже в ротации. Чтобы я знал, что вы участвуете в конкурсе, чтобы я мог, если вы выиграете, мне надо как-то делать отбор. Делаю я отбор по машине, делает выбор по комментариям, да. Поэтому, ребят, пожалуйста, напишите. Я связываюсь только через Инстаграм, потому что для меня это наиболее удобный способ связи с людьми. И, пожалуйста, держите свой Инстаграм хотя бы следующую пятницу открытый, чтобы я мог проверить, что если вы подписаны на меня, чтобы я мог это увидеть. Поэтому напишите просто одним словом, без адреса. С адресом, знаете, я говорю почему, потому что YouTube блокирует вот эти www.instagram.com.таня. Поэтому, ребят, просто напишите имя своего Инстаграма, название своего Инстаграма, слово «конкурс», имя своего Инстаграма. И чтобы мне было легче распределять, все это будет рандомно, да? Но напишите, какой из наборов вы бы хотели получить. Значит, получается голубой, красный, сиреневый, розовый,
или шампанское. Ребят, напишите так, что когда машина выберет, я хотя бы буду хотя бы не совсем рандом, а отсылать вам подарок, если вы мне поможете. Если будет два одинаковых, например, два человека скажут, мы хотим красный набор, то получит красный набор тот человек, который машина выберет первый его. То есть напишите слово «конкурс», ваш инстаграм и номер цвета набора, который вы бы хотели получить. И в следующую субботу я объявлю победителя. Так как у меня не будет в Норвегии, я буду в другой стране. Я, значит, во вторник вышлю, в следующий вторник, не в этот, в следующий вторник я вышлю подарки людям, вы победителям. И я очень надеюсь, вы будете рады. Я очень надеюсь, вы будете довольны подарками, потому что я очень постарался, чтобы, знаете, не было такого, что вот по 500 евро, но один или два победителя, да? Пускай будет 5, шанс больше, и пускай будет 5 победителей, и пускай, может быть, наборчик маленький, да? Но он очень приятный. Знаете, все вот это вот Limited Edition, и это такая приятные палетки, и все. А Джеффри Старова вообще, например, в России не достать, да? То есть через каких-то там посредников или перекупщиков. Поэтому я думаю, что людям было бы очень-очень приятно получить такой подарок. Знаете, это прямо шикарные тени и шикарная помада. Многие любят Lime Crime за их великолепное качество помад. Поэтому, ребят, обязательно участвуйте, вам это ничего не стоит, а мне будет приятно сделать вам приятно. Вот так. Обязательно, значит, будьте подписаны на мой YouTube-канал, на мой Instagram. Все ссылки будут в описании, мой Instagram. И напишите внизу, обязательно поставьте лайк этому видео и напишите внизу конкурс, слово конкурс, ваш инстаграм, не адрес, а просто имя вашего инстаграма и цвет набора, который вы бы предпочли. И мне бы тогда было бы просто легче делать выбор, если вы будете вот первая машина выберете, я сразу пойму, кому что. 5 победителей, обязательно участвуйте, спасибо еще раз огромное за такой позитивные эмоции вы мне дарите каждый раз на моем канале. Ребят, я вас очень всех люблю. Еще раз спасибо, что вы есть. Еще раз спасибо за то, что вы такие активные пользователи. Не пользователи, зрители. А вы знаете, я даже не смотрю вот вас как зрители. Что бы мне там ни говорили, мы единомышленники, мы такие вот крутые. Я вот верю в это. Знаете, я себя считаю крутым. А кто меня смотрит, все вы крутые. Потому что, знаете, нельзя быть... Нельзя, знаете как, ты слушаешь Металлику, да? Хоть какой бы то ни был, в душе это рок-н-ролл. И вот я считаю, что в нас вот есть что-то, знаете, такое связующее, что если вам интересно смотреть, что я делаю, а мне интересно читать, что вы пишете, знаете, такое вот объединение такое. Мне так приятно думать вот о своем канале именно так. Вы самые замечательные. Сегодня суббота, ребят, отметьте 30 тысяч, поднимите кружку холодного пива за меня. Обязательно участвуйте, это вам ничего не стоит. Просто подпишитесь на канал, подпишитесь на Инстаграм. И не забудьте написать внизу слово «конкурс», название вашего Инстаграма и цвет набора, который вы бы предпочли. Я говорю по цвету. Это просто шикарно, ребят. Это просто. И знаете, и тона, они не сумасшедшие, они не crazy, они все изумительные, такие каждодневные, качественные Lime Crime. И прямо из Калифорнии, детка, пахнет Калифорнией, мать ее. Все, всем хорошего настроения, еще раз участвуйте, всем шикарной субботы, вы самые замечательные, огромное спасибо, что вы у меня есть, и огромное спасибо, что смотрите, комментируете, ставите палец вверх, это просто не передать словами, и я надеюсь, кто 5 девочек, ребят, 5 это большой процент, поэтому участвуйте, вам это ничего не стоит, а я так бы хотел, чтобы кто-то из вас обязательно выиграет, получит маленький, но подарочек от меня лично. Все, всех люблю, всех целую. Огромное спасибо, что вы есть. Пока-пока.